Мы группа Би-2. Я Лёва Би-2. Я Шура Би-2. Привет вам, жители планеты. Мы здесь, потому что верим, историю музыки вместе творят музыканты и их поклонники. Вы доказали это год назад, когда поддержали запись нашего нового альбома Spirit. И успех Spirit Tour тоже во многом ваша заслуга. Мы еще раз благодарим вас за веру и сотрудничество. Вдохновленные такой успешной работой. Да, мы решили предложить вам посотрудничать с нами над проектом «Нечетный воин 3». Выпуск третьего альбома «Нечетный воин». Над его созданием работают сейчас лучшие специалисты звукозаписи двух стран. В Москве легендарный звукорежиссер Сергей Большаков. А в Лондоне лауреат Грэмми, сам продюсер Эдриан Бушби. The sounds that I've been presented with to work with have been fantastic, so I'm very impressed. «Нечетный воин» имеет для нас особое значение. Это наш полигон для творческих экспериментов. Он объединяет близких по духу музыкантов, работающих в самых разных направлениях. На этот раз «Воин» соберет рекордное количество гостей. Просто пипец! Пластинка будет двойной. И, конечно, будут самые неожиданные дуэты. И женщина, которая не верит. Но пока не будем раскрывать все карты. Пусть это станет для вас сюрпризом. Однако можем обещать точно, акционеры проекта первыми услышат эти работы. Давайте еще раз докажем, коллективное финансирование – самый честный и надежный способ реализации творческих проектов. Ведь у нас общая цель – создавать новую музыку. Сделаем это вместе. До встречи на планете и на наших концертах. Артист Игорь Бортник закончил работу.